Здорово, Бирюсня, с вами Джи Змер. Все, ладно, вот так будет, Джи Змер. Так, и сегодня мы с вами начинаем играть в растения против зомби. Очень-очень старая игра, и очень-очень я давно в нее играл. И решил просто пройти ее уже на свой YouTube-канал. Думаю, большинство ютуберов ее уже давным-давно прошло. Ну, а я так как я начинающий ютубер, я решил тоже ее пройти. Давайте начнем это приключение. Джизмерс Хаус. Так, нажмите. Ну ладно, короче, нажать на эту карточку, чтобы поставить. Ставим. Нажмите на солнышке. Ну, все отлично. Но здесь так все понятно, без объяснений. Да, нужно защищать домик. Защищаем наш домик. Вот только я не понимаю, зомби прям такие тупые? Или им нужно именно по зеленой травке ходить? Они не хотят идти по этому... Не по этому вспаханному газону без травки. Или им... Что? Или там огромная яма, я просто не понимаю. Чего я не могу просто обойти эти растения? Не, конечно, это тупой вопрос, но, блин, мне просто интересно. Финальная война. О, ну если это финальная война, то... То все, я проиграю, если это правда финальная война. О, все, солнышко. Continue. Второй уровень. Level 2. Play. Блин, когда я играл, такой менюшки не было красивой. Или это из-за того, что я играл на ПК? Да, скорее всего, это из-за того, что я играл на ПК. Или я просто чего-то не помню, потому что я играл ее уже очень давно. Наверное, будем ставить растения вот сюда, вот на этот слой. Zombie Sake Howling. Так. Ну, пока что все идет отлично, пока что не умираем, пока что живем. Хотя это самый первый уровень, это все будет очень легко. Так. Опять я такую. Мне это вот недостаточно. Нужно побеждать безостановочно. Нужно пройти волну. Нужно больше солнышек. Больше солнышек. Вот сюда поставим его. Вот. Прекрасно. Ну, здесь будет вообще легко. Ну, серьезно. Не пройти, проиграть на первом уровне, это позор, наверное, будет. Хотя, я думаю, есть люди, которые проигрывают. Идеально, просто вот. Три гороха плюя. Вот раз, два, три, вот так в ряд.
просто. Все, дать мне еще 50 солнышек. Прекрасно, все. Это идеально. А всего 9 горошка плюев. О! Вишенька. Очень полезная, кстати, это вишня. Ой. Континч. Горох. Ну что, погнали получить горох. Я раньше думал, что это картошка. Неубиваемая такая. Так, вроде после этого у нас будет картофельный боулинг. Обожаю картофельный боулинг. То тоже пишите в комментах. Хотя давайте, пишите в комментах свой любимый режим в данной игре. Может быть, это обычная война, может, это игра за зомби. Может быть, это просто... Ну, к примеру, ночь. Там еще ночь будет, где мы играем за грибочков. Думаю, вы это уже знаете. Если вы это смотрите, то вы, скорее всего, знаете эту игру. И уже ее давным-давно прошли. Вы просто, наверное, за ней заскучились и решили поностальгировать. А я ее для этого и снимаю. Ради ностальгии. Потому что игра годная, очень годная. И 100 миллионов скачиваний говорит о том, что она и впрямь годная. Кто считает, что игра говно, я не знаю. Как эти люди прожили свою жизнь и считают, что эта игра говно. Я вот серьезно. Говорить, что эта игра говно, это то же самое, что говорить, что вода говно и ее пить не стоит. Ну, работаем по старой доброй тактике. Сейчас так подсолнух будем ставить. Так, ждем. Нет, давайте поставим так. Ну, старая добрая тактика всегда спасает меня. Хотя в будущем придется ее менять, потому что будет сложно все равно. Так я вишенку и не использовал, кстати. Ну, надо будет при финальной волне ее использовать. О! Ну, все, это победа пока что. Сколько уж у нас подсолнухов здесь вообще. Вот одно солнышко. Сейчас пойдет волна, наверное, на нас солнышко. Вот раз, два, три. О-о-о. Я жду сейчас, кстати, морозного гороха. Плюю этого, потому что они очень прикольные. Раз. Они даже не успели подойти. Они уже в проигрыш. Вот сюда еще одного. Думаешь, тебе этот твой конус поможет чем-то? Тварь, он все-таки его съел. Ну ладно, ничего страшного, так заменим и все, смотрите. И цветочек. Прекрасно, симметрично и идеально. А вот и наш горох. Там блокирует прохождение зомби. К другим растениям. Вот. Вот этот режим, которого я жду очень сильно. Очень странно, почему здесь поставили именно голову подсолнуха? Все. Вот здесь начинается настоящая игра. Прямо самое настоящее. Нападайте, давайте. Я жду вас. Мои подсолнухи ждут. Я не знаю, что я сейчас буду делать. Они уже сразу пошли. Все. Ставим. Без
быстрее бы уже дойти до этого горохового бола. Ой, картофельного бола, а не горохового. Тьфу, что я несу? Какой гороховый бол? Да, сейчас сделаем по такой тактике. Ставим вот так вот в ряд. И будем так поочередно выставлять. Думаю, вы поняли, как я хочу это делать. Ну, вот так вот. Видите? Заранее, чтобы показать, вот так, где будут подсолнухи, здесь будут горохоплюи. Там будут подсолнухи. Вы все видите, вы все понимаете, вы у меня очень умные, 100%. На моем канале глупых быть не может, вы у меня все умные, поэтому вы все понимаете. Наверное. Может, я что-то не знаю? Пишите в комментах, если вы поняли. Тогда я буду точно знать, что у меня на канале все умные. Так, картошка. Ой, блин, какая... Ай, ладно. Орешка, вот, все. Я опять по привычке назвал его картошкой. Просто когда я играл раньше, называл его вечно картошкой, я сейчас понял, что это орех, и называю его орешком. Да тогда и русский вообще почти что не понимал, и английского вообще не знал. Сейчас, конечно, знаю, что это орех. Но вот раньше здесь, что я стыдил, что это картошка. Ну, сюда прям очень на картошку походит. Уж сильно прям походит на картошку. Бедная картошка. Блин, я опять назвал картошкой. Ну, что не так со мной, а? Вот скажите, пожалуйста, что со мной не так? Почему я вечно называю орех картошкой? Надо привыкнуть, что это у нас орех. Все, это орех. Надо привыкнуть, потому что опять буду мешать твердить, что это картошка. Во всем ролике. Я буду держать и висать в комментариях. Вот ты тупой. Это орех, а не картошка. А я не хочу. Не хочу вас учить тому, что орех это картошка, а картошка это орех. Вот картошка у вас появится сейчас, а это орешка. Точнее, у нас появится картошка в следующем раунде, вроде бы. А не сейчас. Я опять ошибся. Все, финальная война. Ой, война, волна. Я, конечно, понял, что я так запинаюсь. Я только недавно проснулся и решил записать по этой игре ролик, поэтому я часто запинаюсь. Вот, извиняюсь. Я, скорее всего, дисклеймер сделаю, то, что я недавно проснулся. Не нападайте на меня, пожалуйста. Вот поэтому и орех называю картошкой. Вы же только проснулся. Ваш вирус только что проснулся. Опа-на! Бам! Лопата! И вот он, уровень 5. Орехобол. Приветствую, сосед. Мое имя Безумный Дэйв. Но ты можешь звать меня Безумный Дэйв. Слушай, у меня есть сюрприз для тебя. Но для начала будь добр, очисти газон. Используй свою лопату, чтобы выкопать растение. Пусть копание начнется. Если что, я наложу перевод сверху. Потому что пока я это все переведу в своей голове, то... Хорошо, молодец. А теперь сюрприз. Мы собираемся в боулинг. Вот, возьми этот стенной орех. Почему я положил стенной орех в твою руку? Потому что я безумен. Хорошо, вперед. Чашковому победителю. Короче, пока я это все переведу, то пройдет целый год. Поэтому не обращайте внимания на то, что текст перевода будет наложен. Ну все. Я буду говорить сейчас мало, просто послушайте ностальгический музон. Thank you.
Это было прекрасно. Обожаю этот режим. Просто он суперский. Готов в него играть вечно. Готов в отдельную игру по нему сделать. Настолько я его обожаю. Ну, давайте тогда, наверное, на этом остановимся. Хотя я еще не знаю точно. Ну, давайте тогда и прямо ну, вот на этом остановимся. Это ровно у нас серединка уже была. Вот это у нас была ровно середина. В итоге у нас так получится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Около 10 роликов, может даже 11. Ну да, у нас с вами получится около 11 или 12 роликов по этой игре. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. До скорых встреч.